Стар? Марго, нам нужно поговорить в последний раз. Все в порядке? Ты довольно громко закричала. Теперь все пялятся на нас. Да, знаю. Но только что кое-что произошло, и у меня совсем мало времени. Постой, у нас же целое лето впереди. Марко, я не знаю, как тебе об этом сказать, потому что ты мой лучший друг. Стар? И все это супер странно, потому что... Что такое? Потому что я и правда влюблена в тебя. Кто говорил? Я говорила! Я же говорила. Я не хотела об этом говорить, потому что я знаю, что того же ты ко мне не чувствуешь. И я думала, если притворюсь, что никаких чувств не было, они просто уйдут. Но они не ушли. Мне нужно покинуть Землю, наверное, навсегда. И я не могла уйти, не рассказав тебе правду. Пока! Пока всем! Стар! Эй! Что ты имела в виду? Стар?